En kuchli, en tezkor, en tajribali. Bugun kim bo'lishini bilasanmi? Betwinner bilan birga birinchilardan bo'lib garov tikishga ulgur. И мы начинаем! Друзья, значит, Кызыл Бурчакке таклиф кыламыз. Кобулжонов Джасурбек. В красный угол приглашается БС, представляющий Узбекистан. Кобулжонов Джасурбек! Assalomu alaykum. Men Qobuljon Jasurbek, O'zbekiston Andijon viloyatidan bo'laman. Men yoshligimdan buyon kurash sport turi bilan shug'ullanib kelaman. Hamda juda katta MMA ga qiziqishim bor. Men 2 yil oldin Rossiyaga ishlash uchun kelganman. Hozirda Bek Isakov qo'lida shug'ullanib kelaman. Chella jangida 2-chi отборочный turnirda g'alaba qozonganman. Hamda hozirgi Grand Prix turniriga Maqsadim sherlar jangi kamarini qo'lga kiritish. Men bu sport turi bilan qatnashishga ota-onam qarshi emas. Xudo xolasa ota-onam yuziga yerga qaratmayman, hamda g'alaba qozonaman. Sapernigimga omad tilayman. Республика Узбекистан провел один бой на наших турнирах, одержал уверенную победу. Представляет клуб Исаков Тим и, соответственно, его тренер Даурбек Исаков, известный боец ММА, нынче успешный тренер. Сам был очень хорошим ударником, чемпион, двукратный чемпион Азии по кикбоксингу Вако Про. Ну и, соответственно, его бойцы отличаются очень хорошей ударной техникой. Как раз таки Джасурбек нокаутом, по-моему, выиграл свою отборочную схватку. Напомним, дорогие друзья, что уже несколько отборочных этапов прошло как в Санкт-Петербурге, так и в Москве. Множество бойцов приезжали, проходили кастинги, после чего лучшие из них получали шанс выйти в эту клетку, на эту арену, сразиться с достойным оппонентом. И те, кто ярко себя зарекомендовал, вот уже начинают выходить в бои на выбывание, стартует гран-при. Но также будет несколько отборочных поединков. Еще можно попасть в отбор. Все контакты будут в описании к данному видео. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidanman. Men yoshligimdan turli xil sport turlari bilan shug'ullanib kelganman. Boks, barba. 2018-yil Moskva shahriga ishlagan kelganman. Shunda komanda Amur Temur zalini topib, hozirda MMA sport turi bo'yicha trenovka qilib kelyapman. Xudo xohlasa, men Sherlar jangida kastingdan o'tib, Ultra Fighting Championship turniriga qo'shildim. Xudo xohlasa, g'alaba bo'ladi. Qo'yda saperningimga omad tilayman. Шербек Уринов, также из Узбекистана, предстоящий у нас город Самарканд, клуб Амир Теймур, 22 года ему, постарше он, также 175 см рост, 57 кг. Ну и поопытнее он как боец, как профессиональный боец. 4 боя, 2 победы, 2 поражения. Накануне данного события у нас состоялись кастинги, состоялся face-to-face взвешивание, все это прошло в клубе R3 Maximus Gym. Это также проект Рустама Рахмонова, открытым в Санкт-Петербурге, недалеко от станции метро Елизаровская. Большой современный зал, где можно тренироваться и готовиться к таким вот выступлениям. Ну и последнее приготовление перед выходом на ринг, перед выходом в октагон, извиняюсь. Яркие у нас сегодня болельщики. Все проходит в большом
ресторане «Цинь», который также сменил дислокацию, но остался в Санкт-Петербурге. Все на том же Васильевском острове. Вот мы видим данные Шербека Уринова. Константин Чередниченко последнее приготовление провел. И сейчас Шербек поднимется в октагон, где уже его поджидает его соперник. И первый бой, и львиная битва стартует, дорогие друзья. Бойцов данного поединка. Это наилегчайшая весовая категория 57 килограмм. Справа от меня боец из Красного угла. Его возраст 19 лет, рост 175 сантиметров. Его профессиональный рекорд составляет одна победа и ни одного поражения. Он представляет команду Исаков Тим из Республики Узбекистан, город Андижан. Встречайте, Кабил Джонов, Джосурбек! А слева от меня боец из синего угла. Он представляет клуб «Амир Тимур». Его профессиональный рекорд. Две победы, два поражения. Возраст 22 года, рост 175 сантиметров. Он представляет Узбекистан, город Самарканд. Встречайте, Уринов Шербек! Итак, бойцы проведут этот бой в трех раундах поединки по 3 минуты. Рефери в октагоне Олег Кучеренко. Внимательно слушаем мои команды. Правила помним, правила не нарушаем. Поединок проводим с уважением друг к другу и к спорту. Пожали друг другу руки. Сделали шаг назад. Итак, рефери всех сегодняшних поединков будет Олег Кучеренко. Судья Союза ММА России. В прошлом известный боец тайского бокса. Ну что ж, первая схватка сегодняшнего этапа львиной битвы стартует. Джосурбек Кабилджонов против Уринова Шербека. Джосурбек занимает центр октагона. Сейчас происходит разведка. Хороший лоу-кик. Я думаю, что Кабилджонов будет все на ударку ставить. Представлял его как ученика Бека Исакова. Вот посмотрим, что ему будет противопоставлять Шербек Уринов. Еще один мощный лоу-кик всаживает Джосурбек. Пытается отвечать ему Шербек. Тоже отвечает мощным лоу. Пока на эти удары именно ставку делают бойцы. Проверяют они защиту друг друга. Хороший мидл-кик от Джосурбека. Провел он серию ударов, но пока не развивает свое преимущество. Еще одна попытка мидл-кика. Надо ему стараться на более серийно работать. Прошло полторы минуты первого раунда. Напомню, что формат у нас 3 раунда по 3 минуты. С ограничением на борьбу в партере до 30 секунд. Сделано это для того, чтобы более динамичными и зрелищными были поединки. Еще один лоу-кик наносит Шербек. Хороший мидл. Первый поединок сегодняшнего этапа. И на плечах этих парней большая ответственность. От того, как они проведут этот бой, зависит и темп всего остального турнира. Первым быть тяжело, но и почетно. Ну что ж, у нас пока все в стойке проходит первый раунд первого поединка. Вот хороший удар проходит, их двоечку пробил же Сурбек. Коленом продолжает. Но клинч разрывает сейчас Уринов. Хорошая ударная техника ногами уже Сурбека.
Но сейчас такого размахайкового пытался Шербек затянуть. Последние секунды первого раунда истекают. Кто-то может быть пытаться украсть концовку, но нет. Первый раунд завершен, перерыв. И сейчас секунданты будут вносить какой-то, какие-то изменения в план на бой. Жасурбек выглядел чуть поактивнее. Нанес чуть больше ударов. Посмотрим сейчас, что-то поменяется ли во втором раунде. Попробует ли пойти кто-то в борьбу. Кажется, до борьбы дело не дошло. Заканчивается перерыв. Последнее наставление от тренера. Последнее наставление у нас от тренера. Так, сейчас что-то Бек Исаков советует своему ученику. И Олег Кучеренко призывает бойцов на исходную, а секундантов и Octagon Girl покинуть клетку. Начинается второй поединок. Львиная битва. Пытался же Жасурбек выйти на ударную дистанцию, но получил лоу-кик от соперника. Выцеливает он своего оппонента. Заряжается на удар. Жасурбек так более раскован. Работает по ногам. Хороший лоу-кик, и сбил он атаку уже Жасурбека. А вот сейчас высекающий такой удар Кабелджонов нанес. Чуть не потерял равновесие его соперник. И повторить он пытался. Но Уренов идет в атаку. Обмен ударами. Пока что никакой борьбы. Только в стойке хотят выяснить отношения парня. Ну и зрители любят, когда идет бой в стойке, когда обмен ударами, когда бой с открытым забралом. Здесь же задача не только победить, но и ярко себя проявить. Потому что данный проект предназначен для того, чтобы ты как молодой начинающий боец мог именно показать все свои лучшие силы, все свои лучшие стороны. Стать любимцем публики, зарекомендовать себя перед зрителями. Для этого Рустам Рахмонов все это придумал. А у нас уже экватор боя. Хорошая попытка была сейчас нанести хай-кик. Но в защиту пришлась она. И вот пошел вперед Жасурбек. Неплохая серия, но от удара в большинстве своем Жасурбек ушел. Опытный боец все видит. Размашистая техника немножко у Жасурбека. Видны эти удары, если они не подготовлены. Последняя минута второго раунда. И удар навстречу сейчас был. Не нужно же Жасурбеку заигрываться. Жасурбек только и ждет этого момента, чтобы нанести мощный удар, вот как сейчас. Промахнулся Жасурбек, тут в прыжке ему пытался Уринов нанести удар. Завязались в клинч, обмен ударами. Секундант, мне кажется, сейчас просто сетку порвут. Хороший удар коленом. Пытается сейчас Кабелджонов поджать своего оппонента. Наносит лоу-кик еще один. Хороший очень бой мы наблюдаем, дорогие друзья. Никто не хочет уступать. Бойцы достойны друг друга. Внутренний лоу. Но сейчас концовку надо забирать кому-то. Потому что раунды по большому счету равные. Но опять не успели. Нет у нас отсчета последние 10 секунд. Или, во всяком случае, не слышно этого. Что, соответственно, могло бы быть, скажем так, сигналом для бойца, что нужно спрутануть, попытаться вот эту последние 10 секунд провести в атаке, чтобы на судейских записках забрать преимущество. Пока что бой очень, очень равный, прямо скажем.
Это было крайне любопытно. Такую технику редко встретишь в смешанных единоборствах. Итак, третий решающий раунд. Бой, по большому счету, равный. И одному и второму нужна победа. Я, насколько понимаю, это уже вот бои на вылет идут у нас. А значит, нужно побеждать во что бы то ни стало. Второго шанса может уже и не быть. О, мощный удар в пах сейчас прилетел. Ну, пытался Шербек, конечно, внутренний лоу пробить, но что получилось, то получилось. Дано время сейчас прийти в себя Жасурбеку. Ну, готов продолжать бой. Продолжается у нас поединок. Идет в атаку Жасурбек. Наносит несколько мощных лоу. Ну, уже, так видно, подбил он ногу Шербеку. Ну, и тот отвечает хорошим мощным лоу-киком. У нас он такой прям бой, как по тайскому боксу идет. Подхватывает сейчас ногу уже Шербек своего оппонента. Переводит его в партер. Идет контроль. Напоминаю, что у нас 30 секунд на работу в партере. Судья-хронометрист начинает отмечать время. И неважно, даже если ты будешь проводить болевое или добивание, если 30 секунд истечет, все, Олег Кучеренко будет вынужден вас поднять стойку. Пытается сейчас Уринов выйти из этой ситуации. Понимает, что раунд последний, и что преимущество своему сопернику отдает. Рефери поднимает бойцов в стойку. Хороший удар сейчас проходит уже Сурбека. Пытается сейчас Уринов выжить. На добивание идет. Это был Джонова. И все, вмешивается Олег Кучеренко. Да, это технический нокаут. Потрясен Шербек. Конечно, хотел он продолжать бой, но очень тяжелый удар он пропустил. Видно, что его шатало. Да, он, конечно, воин, он готов биться дальше, но вот что есть, то есть. Он пропустил мощный удар, получил добивание, и чтобы ущерба здоровью не было, рефери был вынужден вмешаться крайне вовремя. Итак, у нас есть первый победитель сегодняшнего турнира. Это Жасурбек Кабелжонов, Исаков Тим. Боец из города Андижан, Республики Узбекистан. С чем мы его и поздравляем. В этом бою нокаутом победу одерживает боец из красного угла Кабелжонов Жасурбек. Долтэнк, get point. Шербек, эмоция была, а? Хасызда дебютки бар, доғры мыс? Икки оғызды өзі фикіризді. Ассаламу алейкум, хаммаге. Мен яшанш білдірген амбадан зүр сүреймі. Шанчилан қолманым, Құда оласы келіп сүйден әді. Ашын таяр әлі көрім, Құда оласы. Ақсы бөл амбас. Просто азын ета бөлілі. Йо, мошни бой. Өйлемек шейлер жәңді сізге янапта шанс берамыз. Адүші. Таяр әлі көрері. Заслужил. Жасурбек, ну что, на правах победителя даю тебе пару слов, что можешь сказать вообще, как проходила подготовка и кому хочешь выразить благодарность в этой победе. Привет всем, салам алейкум. Тренерам от Бек Исаков спасибо большое. Очень хорошая подготовка была. Мы готовились хорошо. Ну, всем спасибо, кто поддерживает. Братья! И родителям спасибо большое. Спасибо. Поздравляю. Организаторам тоже спасибо, Рустамай. Спасибо. Это самое главное. Это не только моя работа. Здесь все команда.
всем, который нам помог. От души спасибо. BetWinner, самая мощная букмекерская компания Крылья. Ставка Крылья Мунки. Хозер, хозер матч, прямой трансляция. Так что газен босили. Делайте ставки только в компании BetWinner. Ставьте на вашего бойца и будет круто. Конечно. Демак, друзья, Кызыл Бурчак-да күтіп қоламыз. Бахромов Хуснеддин. А в красный угол октагона приглашается боец, представляющий Узбекистан. Встречайте, Бахромов Хуснеддин! Ассаламу алейкум, хаммага. Мен Бахромов Хуснеддин, 2001 йил, Наманган вилояти, Норин тумани, Ақлаба шаҳрида туғилганман. Yoshligimdan shu sportning klassika turi bo'yicha shug'ullanaman. Rossiyaga 2 oy bo'ldi kelganimga, spesial nashrlar jangida urushaman deb kelgandik. Birinchi mavsumga ozgina kech qolib ketibmiz. Mana ikkinchi jangga Rustam Rahmonov Instagramini ko'rib kelib, mana xudo xohlasa ikkinchisiga qatnashyapmiz. Inshaalloh zver bo'y ko'rsatib yutishga harakat qilamiz. Sapernikka omad. Итак, к экватору подходит наш сегодняшний турнир «Львиная битва» Шерл Джангли. Хуснеддин Бахромов. Весовая категория 66 кг, 20 лет ему, 169 см рост. Из города Наманган, Республика Узбекистан. Shuhrat o'g'li, 2001 yilman, O'zbekistondan Navoiy viloyati Karman tumani, Narpaydanman. Yoshlikdan sportga qiziqib kelganman va 10 yoshimda boks sporti bilan shug'ullanib boshlaganman. 2021 yil yanvar oyida Rossiyaga ishlash maqsadida kirib kelganman. Холодный витражник был. Штам был еще в Атларамде. Эльтри Максимус Джим Залида. Максим Кулдаш, тренером Кулос, тренером Кехкилеман. Сейлар Джайн Кастин я бордом. Уйрда Кастин на Уттам. Меня бой берште. Соперником на Курдам на Маньяна. Няше, Кураш Баевскин. Омат Талиман. Зрелищный борг Юрсишки Харгат Хламс. Ну и противостоять Хуснеддину будет Бурхон Тураев. Также 20 лет этому парню, 66 кг, 170 см рост. Также представляет он Республику Узбекистан, город Наваи. А также он еще и представляет клуб R3 Maximus Gym. Это проект Рустама Рахмонова. Отличный спортивный зал с современным оборудованием, хорошим мощным тренерским составом. Открыт в Санкт-Петербурге, возле станции метро Елизаровская. Именно там проходил отбор, кастинг к сегодняшнему турниру. Там проходил face-to-face, пресс-конференция, взвешивание. Ну что ж, да, Максим Кулдашев мы видим. Будет секундировать Бурхона Тураева. Боец, неоднократно выступавший на турнирах М1. Теперь передающий свой опыт молодым бойцам. По 20 лет этим оппонентам. Для них это огромный шанс заявить о себе. Получить вот право выступить на этой арене в присутствии множества зрителей.
Трансляция на канале Рустама Рахмонова. Это шанс еще надо завоевать. А завоевав его, надо проявлять себя изо всех сил. Показать все, на что ты способен. Я думаю, что и Бурхон, и Хуснидин к этому готовы. Так же, как в одном из предыдущих поединков, у нас сейчас Бахромов Хуснидин с желтой карточки начинает. Это значит, раунд для него уже проигран первый. А значит, ему надо работать с двойным усердием. И начинается. У нас поединок сразу же без вот приветствия, так сходу. Хуснидин засадил мидл-кик своему оппоненту. Показал, что шутить он здесь не собирается. Ну, Бурхон сразу собрался в стоечку. Показал, что кого-то в ноги пройдет, и там еще ударом так продолжит. Сейчас Хуснидин пытается запутать своего оппонента. Очень заряжен боец. В общем, слово кик подключает Тураев. Возможно, и он начнет наступать потихоньку, помаленьку. Показал корпус, перевел на голову. Жесткий лоу-кик сейчас Хуснидин всаживает. У Бурхона очень большая группа поддержки, мы видим. И так неистово скандирует имя своего бойца. Бахромов подбирается на ударную дистанцию, получает апперкот. Ну, так немножко вот. Атакующий пыл пытался сбить сейчас Тураев. Клинч, бросок от Бахромова. Сразу же колени, апперкоты. Очень так динамично ведет бой. Пусть не один Бахромов. Зарядил с размахайки, сразу полетел в ноги. Только провалился. Перевел соперника в партер. Пытается с открытого гарда работать. Пока что отлеживаться не будет, вязать не будет. Будет стараться атаковать. С ударом прорывает его оборону Вахромов. Заходит сбоку. 30 секунд на работу в партере закончены. Поднимаются оппоненты. Мощный удар сейчас проходит Бурхона Тураева. Падает его оппонент, но пытается встать. Дается это ему. Сразу хотел бросок провести, но соскользнула рука. Такая ситуация сложная. Ох, прям по-борцовски так. Завалился оппонента, чуть не отдал шею при этом.
И заканчивается первый раунд у нас в такой борьбе напряженной. Интересный бой крайне. Сейчас будет объявлен второй раунд. Первый был крайне интересным, очень зрелищным. Занимается центр октагона Бурхон. Пытается атаковать. Ну, идет сейчас вперед Хуснедин. Проваливает его Тураев. Хорошие лоу-кики внутренние от Бурхона. Поймал он свой ритм, свой темп. Такими наскоками кавалерийскими работает по оппоненту. Еще один мощный лоу-кик внутренний. Выбил ногу так своему оппоненту. Проход в ноги. Бурхон Тураев заваливается сейчас Кузнедина. Работает из гарда. Яростно отбивается. Пытается сейчас ноги отбивать Бурхон. И Олег Кучеренко возвращает бойцов в стойку. Хорошими ударами сейчас Бурхон опять пытался атаковать, но там Максим Кулдашев гонит его вперед. Еще один в этот высекающий лоу-кик понизу, попытка перевести в хай-кик. Пытался идти вперед Хуснедин, попался на захват. Сейчас Бурхон хочет его завалить в партер. Но Бахромов хорошими ударами колени отвечает, жесткими. Концовочка второго раунда. Мощный удар от Бурхона. И завершается второй раунд у нас.
Итак, третий раунд. Бахромов Кусниддин против Бурхона Тураева. Наносит мощный внутренний лоу. Бурхон опять. Проход в ноги от бойца синего угла. Попадает он на гильотину. Вырывается. Кусниддин старается сейчас идти вперед. Но понимаешь, можно рваться. Вот такие вот удары от Бухона. Еще один усекающий лоу. Два хороших боковых. Ну а сразу Бурхон отскакивает, не развивает свою атаку. Проходит у него тейкдаун. Подвязывает Бахрому своего оппонента. Стойку поднимает Олег Кучеренко бойцов. Кусниддин понимает, скорее всего, что он проигрывает, пытается как-то идти вперед, но такими жесткими ударами его, конечно, Тураев встречает. Что там как пробиться, непонятно. Еще один боковой. Да, и ногу пробил все-таки. Пробил он Кусниддину ногу явно вот этими ударами. Пытается пройти в ноги сейчас Бахромов. Почти удался ему тейкдаун. На выходе еще не получил коленом. И начинает его поджимать Бурхон под неистовую поддержку своих зрителей. Хай-кик. Хочет он уверенно забрать концовку этого боя, который, как мне кажется, он выигрывает. Еще хорошая двоечка, удар коленом влетает. Ну все, к сожалению, у Кусниддина бензин закончился, плюс нога, видимо, дает о себе знать. Клинч, проход ноги и поединок завершен. Тяжелый и упорный поединок на встречных курсах. Ждем судейского вердикта. Итак, заслуженная трудовая красивая победа Бурхона Тураева. Поздравляем его и клуб R3 Maximus Gym, и Кусниддину Бахромову большая благодарность за этот яркий поединок.
qo'llab-quvvatlab podpis qilganlaringiz uchun. Shu bo'ydan keyin yaqinlarim chiqadi yana. Ularga ham omad tilayman. MMA dan birinchi trenerim Maksim Qullashovga kattakon rahmat. Aka, Alloh rozi bo'lsin. Zo'r boy bo'ldi. Rahmat hammaga. Organizatorlarga ham rahmat. Sizga tushir rahmat. Hammaga rahmat. Gabriel, biz sizlar uchun birga ko'tarilamiz. Adabal Burxon Turayev. Betvin orqali hozir live birdan prime translyatsiya ketyapti. O'zingiz sevimli demak sportchingizga pul tikishingiz mumkin. Aynan R3 Fighting Championship'da. Вот этого боя я жду. О, чувствую, жаришка пахнет, я помню. Демак, друзья, Кызыл Бурчак'ке Бобур Хабибуллаев'ты таклиф коламыз. И в красный угол октагона приглашается боец, представляющий Узбекистан. Встречайте, Бобур Хабибуллаев! Хамега, салам алейкум. Ман Бобур Хабибуллаев, Узбекистанда, Наманган Тумандан. Rossiyada 2013 yildan beri yashayman. Shu yerda shug'ullanib, shu yerda trenirka qilaman. MMA'dan, grapplingdan va boks bo'yicha va rukopashin bo'yi bo'yicha musobaqalardan yutganman. Ishchilar jangiga taklif qilishdi. Men juda ham xursandman, juda ham minnatdorchilik bildiraman. Mana shu yerga taklif qilishganidan. Juda ham chiroyli bo'y ko'rsataman. Sapergimga omad tilab qolaman. Bes travma, shob-shob bo'ladi. Hammasi chiroyli bo'lish uchun harakat qilaman. Следующий бой, дорогие друзья, Бобур Хабибуллаев, 27 лет, 70 кг вес, 173 см рост, Узбекистан. Два боя, две победы. Из родины Таджикистана, город Худжан. В 2018 на Москву приехал для учебы. Ну, тренируемся еще, мне не мешает он тренировки. Каждый день, через день я тренируюсь. Борьба, бокс, ММА. Что желаю счастья соперникам, чтобы хороший зрелищный бой будем покажем. Ассаламу алейкум, брате. У меня есть характер, я покажу в октагоне. Ну а международная схватка нас в очередной раз ожидает, дорогие друзья. Это Узбек Якубов будет соперником Бобура Хабибуллаева. Девятнадцать лет этому бойцу, 70 килограммов вес, 181 сантиметров рост, такой высокий легковес, но с города Худжан. Две победы и одно поражение. Ну что ж, Александр Метаморфоза сказал, что очень ждет этого поединка, ждем его и мы.
Георгий Сарайев победил поражение. Он представляет Республику Таджикистан. Город Куджа. Красного боя. Его возраст 27 лет, рост 173 сантиметра. Его рекорд составляет 2 победы, ни одного поражения. Он представляет Узбекистан. Приветствуйте Бабу Хабибулаева! Итак, дальше проведем бой трех раундов поединки по 3 минуты. Рефери в октагоне Олег Кучеренко. Итак, сейчас поединок начнется. Бобур Хабибулаев из Узбекистана против Эзазбека Якубова, представляющего Таджикистан. Бой в легком весе. Львиная битва на ваших экранах, дорогие друзья. Стартует поединок. Бобур сразу начинает атаковать своего оппонента. Значит, лоу-кик мощный. Проход в ноги, тейкдаун, но как шею ему прихватил сейчас Эзазбек. Нет, вырвался Бобур. Работает он из гарда своего оппонента. Видели мы уже, что и из такой ситуации можно человека нокаутировать. Пытается сейчас Якубов подвязать своего противника. Несколько мощных ударов от Хабибулаева. Стойки у нас проходит сейчас поединок. Пытался Хабибулаев достать своего оппонента. Проход ноги не очень удачно. А вот шею сейчас очень здорово Эзазбек прихватил. Пытался приезжать своего оппонента к сетке, чтобы лишить его пространства. Ну а тот умудрился вырваться. Даже бросил своего противника. И сейчас вот так закручивается на север-юг. Захват очень жесткий. Старается Эзазбек его не отпускать. Продолжается поединок в стойке. Бобур такую закладуху кинул, но по воздуху она пролетела. Лоу-кик. Еще один. Подбивает он ногу Якубову. Обмен ударами. И каждый раз, вот при каждом жутком случае, Хабибулаев саживает лоу-кик, вот этот разрушительный свой. Еще одна попытка провести боковой в голову. Первый раунд завершен у нас. Такой насыщенный поединок достаточно. Парни заряжены. Посмотрим, изменится ли что-то после перерыва.
начинаешь бить, они сразу приходят. Второй раунд объявляет Олег Кучеренко. Бобур Хабибулаев против Азазбека Якубова. Львиная битва на ваших экранах. Идет вперед Бобур. Включает ему Якубов. Хороший лоу теперь и он включает. Сразу же засаживает Хабибулаев. Давай порубимся. Обмен ударами. Проход в ноги. Перевод в квартер. Гард завязывает своего оппонента Якубов. К активности призывает Олег Кучеренко. Ну, 30 секунд у нас всего на партер. Тут, в принципе, сейчас да, особо каши не сваришь в такой ситуации. Спортивное поведение сейчас демонстрируют спортсмены. И бой продолжается в стойке. Еще один лоу. Ну, видимо, что да, уже Узбек старается так ногу убирать. Видно, что очень чувствительны вот эти лоу-кики, который Хабибулаев наносит. Мощнейший удар от Бобура Хабибулаева. Падает потрясенный Узбек. И пытается его сейчас добить немедленно здесь и сейчас. Бобур. Ну, в принципе, да, можно, да, останавливать бой. Тут все четко. Ну что ж. Дождался своего шанса Хабибулаев и очень мощно уронил своего оппонента. Азазбек поднимается, пожелаем ему здоровья. Хороший бой, мощная концовка. Это было действительно круто. Победу одерживает боец из красного угла. Бобур Хабибулаев. Молодец. Молодец. Четкий бой. Не моете надо, не моете надо. Всем салам. Кого хочешь поблагодарить в этой победе? Всем добрый вечер. Салам алейкум всем братьям. Сначала хочу благодарить организаторам Устанаке. Спасибо большое. Разведанаке. И Максим. Максим Агар, спасибо. Рахмат. Вот. И Костя Пингу тоже хочу благодарить. Молодец, он что он принял бой. Хочу еще сказать спасибо всем, кто за меня приехал сюда. Поддержали меня. Спасибо вам и своим пацанам. Город Череповец. Всем привет, ребята. Вот. Подготовка была нормальная. Все хорошо пошло. Всем спасибо. Дальше больше. Дальше больше. Это был Бобур Хабибулаев. Ваши аплодисменты. E-tiboringizga Sankt-Peterburg shahridagi R3 Maximus Gym yangi sport klubi ochilganligini ma'lum qilmoqchimiz. Murabbiylik vazifasida esa juda ham ko'plab shogirdlarni katta sport maydonlariga olib chiqqan mashhur jangchi Maksim Kuldashev. Siz o'zingiz
yoki farzandingiz bilan kelib ushbu sport klubida sizga qulay bo'lgan vaqtda shug'ullanishingiz mumkin. Bizning manzil Yelizarskaya metro bekati yaqinida joylashgan bo'lib, Prospekt Yelizarova 36-uy. Keling, shug'ullaning va unutmang. Sport sog'lik garovi.